суровая игра. Независимо там, 1/8, 1/4, полуфинал и так далее. Это всегда напряжение, это большой риск одной ошибки. Ну, видно было, что и мы, и команда соперника очень осторожно, как бы. Хотя в начале игры у нас довольно-таки резво начали, забили, и были хорошие предпосылки, чтобы удвоить свое преимущество. Но, к сожалению, не получилось. Плюс погодные условия там. Ребята, видно было, которые давно без, ну, без игровой практики подсели, были вынуждены замены. Ну, слава богу, что так сложилось. И ребята, которые вышли, опять же, до конца верили в свои силы, в то, что мы обязаны выиграть. И это не было сомнений ни в ком, ни на скамейке запасных, ни в руководстве, ни в тренерского штаба. Видно, это чувствовалось, что все-таки этот матч мы должны его довести до логического завершения. За что огромное спасибо всем. Плюс болельщикам, конечно, за поддержку, которую на протяжении всего матча.